Сегодня свой праздник отмечают пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Без преувеличения можно сказать, что празднование этого дня исчисляется сотнями лет с момента возникновения первых централизованных застав. Служба пограничников очень опасна, но очень почетная. Всем, кто имеет отношение к этому дню, свои поздравления передает депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. Уважаемые ветераны пограничной службы, живущие на Ямале, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем пограничника. Мужество и самоотверженность – качества, которые всегда позволяли нашим пограничникам оберегать мир и спокойствие граждан страны. В нашем округе проживает не один десяток людей, которые отдали много сил и энергии служению Родине, укреплению ее государственной границы. Здоровья вам, бодрости и оптимизма, дальнейших свершений в благородном деле по воспитанию молодого поколения на традициях верного служения Отчизне.